зрители, добрый день. В общем, загрузился, выгрузился, в общем, покатался. Сейчас поеду до Самвела. Надо немножко там запчастей подхапнуть. Руль, ребята, я вам скажу так. Он пищит только тогда, когда я включаю камеру. Сейчас я вам покажу вообще, что там, что они там хлопают. В общем, с рулем все нормально, руль не пищит. Только вас увидит и все. Ну или вот эта вот пыль, вот эта вот кадамовская. Фу, кто-то в кушери Интера загнал, блин. Наверное, на разборку пригнали. С красным этом, не знаете чей? А это вот на щепке на этом. Тоже ну, американских покойников разбирают. А, он еще один Интер. Еще кто-то Интера пригнал, блин. Со сливными трубами, блин. Так что я не знаю, что вы там это рассказываете, что там что-то где-то, блин, пищит. Ну вот смотрите, руль, сейчас я вам покажу. Нормально, ничего не пищит, руль. Видите, звука никакого нету. Ох, тут дорожка тут у него. Видите, тишина. Все четенько. Это он как только я хочу в Ютубе что-нибудь записать. Он такой думает, ну сейчас я им, блин, нервы потру, блин. А так, видите, все тихо. Тишина и спокойствие. Все нормально. В общем, это. Сейчас я еду до Самвела. Надо чуть прибарахлиться, посмотреть, что у него там есть. О, смотрите, ребята, стартера, блин, шатуны, поршня, блин, коробки, блин. Всякое, блин, у него коленвалы. Шестерки, восьмерки, блин. Что у них только тут нету, блин. Нет, стоит, улыбается. Передавай привет всем подписчикам. Это ж ты это, скажи мне, не хейтер? Нет. Не? Вон, патрубки, ребята, так что звоните, блин, кому что надо, транспортными вышлют, мазурики. У меня там ребята спрашивают, я периодически скидываю. Вон, насосы, блин, валом, блин. Чё кому надо, топливные, блин, проводки. А, ну это на 8, это не тот. Блин, блок какой-то, да? Блин, что это за блок? А что это за блок у вас? С мазурика, блин. Что это, новый что ли, блин? Мне аж приглянулся он мне. Усаночный мне. Блоки, шмоки, блин. Движки, блин, он с китайцев, с нанайцев, блин. Все хотите, блин. Радиаторы, мазурики. Что-то они коробки трепают. Они еще вот что они еще вот прикупили. Вот это аппарат. Это Самвел гонять. Вот это аппарат, ребята. Гля. Сказка, блин, а. Слушай, ну где Самвел его мог оттяпать, блин? Что это за тачка, блин? Закрытая. А, нет, открытая. Гля, машина чистильная. Новая, блин. Она новая, что ли, да? Гля, двери, как в холодильнике закрываю. Так а вы что тут по территории гонять будете тогда? Убирать или что? Ну это подметальная. Вот где-то на складах. Слышь, а что у него за движок стоит? Мне интересно.
Вверх, да? Ага. Просто вверх. Офигеть. Да дизелек какой-то, да? Маленький такой. Но я вижу, что тут рук специалистов не было. Глянь, новая, прикиньте. Никому не надо, ничего не будете подметать. А что ж за производство его? Наверное, какие-нибудь поляки, да? Класс. А вот что-то написано. Я же иноземными языками не владею. Новая, ребята, навьё, блин. Ой, блин. Пошла, пошла жара. Грузим мосты. Срочно нам нужны. Сейчас закинем. Дурью маемся. Любим мы это дело, железо. Ну, вообще не буду снимать, что там, ну грузят, да грузят. Так что, ребятки, если что скажете, скажите, Валера, Таганрог, Самвел, делай скидку. Так что так, карданы, вся фигня, блин. Так что, ребята, телефон оставлю, кому что надо, опять я шарился, я тут прибарахлился немного. Мишаня шарится. В общем, резины поднабрали, такая фигня. Миш, ну что ты там думаешь? Ну хватит. Все, прибарахлились нормально. Вон ждут меня, банда, банда. Сейчас,